Всем привет, с вами Аурум. На момент, когда вы смотрите это видео, испытание с возможностью выбора карт уже, в принципе, закончилось. Но я хочу вам реально показать очень интересную штуку, довольно интересный баг. Я не знаю, как это еще можно назвать, но давайте посмотрим. Итак, вы знаете, что первая попытка в классическом испытании с выбором карт, она бесплатная. Давайте попробуем на этом аккаунте, я потом покажу, что это за аккаунт, попытаемся использовать это бесплатное участие. Итак, нажимаем. И что мы видим? Слово «бесплатно» красным цветом. Красным цветом слово «бесплатно». Что, о чем нам это может говорить? Ну, что типа оно не совсем бесплатно. В этой игре, если вы заметили, что белое — это то, что мы можем сделать, красное — это то, что сделать не можем. Но окей, давайте попробуем, нажмем, что же получится, что же получается. Нет, все на... Опа, связь потеряна, пожалуйста, попробуйте снова. Что это, баг или меня просто выбросило? Может, кто-то зашел на этот аккаунт? Нажимаем попробовать снова, возвращаемся на АК. И видим, что нифига мы не начали бесплатно классическое испытание. Что же за фигня? То есть классическое испытание, которое можем начать бесплатно. Ребятки, это все абсолютно правда, но тупо чувак, вот, да, который предоставил мне этот аккаунт, элементарно не может начать это испытание бесплатно. Что будет, если мы, например, быстро нажмем, вот сейчас нажмем бесплатно, а потом пойдем в бой? Прокатит или нет? Вот мне очень сильно интересно, прокатит или нет. Давайте бесплатно в бой. Блин, связь потеряна, нифига. Не прокатило. Такая штука тоже не канает. Ну ладно, кстати, меня даже после перезагрузки возвращает сразу же в это окошко. Еще раз в бой и... Ну-ну-ну, давай, каточку. Нет, нифига. Не прокатывает такая тема вообще ни разу и никак. А, ну, для того, чтобы давайте откроем, в общем, вскроем все карты. Не знаю, что заинтриговал некоторых, может, кто-то догадался, но на этом аккаунте минус 766 гемов. Кто не знает, что такое минус, объясняю. Если вы попытались когда-либо обмануть Supercell любым методом, не буду его перечислять, не буду перечислять эти методы, то вам минуснут гемы. И оказывается, с минусованными гемами вы не можете по блату пользоваться бесплатными любыми ништяками от компании Supercell. То есть в данном случае чувак с минусом, минус 766 гемов, не может использовать свою бесплатную попытку в классическом испытании с выбором карт. И это можно назвать багом, но с другой стороны, также можно назвать справедливостью. Поэтому, ребятки, не грешите, не делайте никаких плохих дел. Вот, и будет у вас все хорошо. Если же вы получите минус по гемам, то вас может, в общем-то, застать такая же участь, как этого чувака. Но на самом деле это такой, ну, я не знаю, такое событие, которое я вот первый раз проклацываю, когда мы видим вот слово «бесплатно», а оно у нас горит красным цветом. И, конечно же, означает, что мы этого сделать не можем. Но, с другой стороны, Supercell нам никогда не говорил, что мы не сможем этого сделать. Это тоже очень интересный момент, потому что никто же не говорил, если у вас минусовые гемы, то вы не можете воспользоваться. Ну вот, опять, вот, смотрите, связь потеряна. С другой стороны, может быть, это в механике игры заложено, что там не совсем ноль гемов, да, то есть это не совсем, возможно, бесплатно. Может быть, там какой-то алгоритм, который не позволяет с минусовым балансом это все дело делать. То есть мы, как бы, компьютер просто не знает о том, что может быть такая фигня, когда у вас вообще вот минус стоит в гемах. Именно поэтому происходит этот баг, да. То есть он думает, что возможно только когда 0 и больше. А когда 0 и меньше, у него происходит вот такой сбой. Поэтому, ну, как-то так. Вот бывает и такое называется. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки. И не обманывайте Supercell.